Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня приготовим вот такие ароматные котлетки. Вот смотрите. Или беляши ленивые, как ни назовете. Это настолько вкусно. Сытные, вкусные. И как легко готовить их. Как легко готовить. Я хотела пласты квадратные купить или круглые. А попались, даже я и не знала, что такие продаются. Попались такие, то еще лучше. Будете покупать, если то лучше даже такие формочки, и не надо разрезать. Вот. Так что легко готовить, и давайте приготовим. Это очень вкусно. Для приготовления понадобится фарш. У меня свинина с говядиной пополам. Луковица одна. 2 яйца. Вафли. Вот такие попались мне. Бризоли. 6-гранные симпатичные вафельки. Хотя я искала листы такие или круглые, или прямоугольные. Ничего не было. Круглые были белый, коричневый. И вот это случайно увидела, то еще лучше будет. Вот. Оказывается, на упаковке даже есть рецепт. Ароматные котлетки называются. Все точно, как мы будем делать. Луковицу необходимо измельчить нам. Я это сделаю блендером. К фаршу добавим немного майонеза. Лук измельченный я уже добавила. Теперь посолим по вкусу. И поперчим тоже, как любите, острее или менее остро. И дальше добавляем любые пряности, что любите. Для меня этого достаточно. Вымешиваем хорошо. Фарш хорошо вымешиваем рукой. До однородности. Яйца. Немного солим, взбиваем. Это у нас будет такой кляр. Яйца взбили. Формируем котлетки. Вот видите, какие вафельки 6-гранные. Мне попало еще лучше, чем я задумала. Ну, берем вот так столовую ложку. Слой не должен быть толстым, так как фарш у нас свинина с говядиной, то он должен во время обжаривания хорошо проготовиться. Такой не толстый фарш, видите? И накрываем второй половинкой. Все, гляньте, как все быстро. Опять. Сковородка уже нагревается. Я этот рецепт подсмотрела по телевизору. Какой-то канал был. Еда для мужчин. И вот такие вот там, только пласты прямоугольные. Такие котлетки там делали. Так что имеется в виду, что даже любой мужчина сделает это. Теперь подготовили. Берем. Обмакиваем и на сковороду. И выкладываем на сковороду. И дальше так же делаем. Обмакиваем в яйце. И на сковороду на небольшом огне, естественно, жарим, чтобы прожарился фарш, приготовился. Подготовила вот тарелочку, застеленную полотенцем бумажным. Смотрим. Пышненькие получаются. Так, тут еще пусть поджарится. Перевернула
Видите, они пышненькие, хорошенькие, как беляши даже. Вот, пожарила котлетки эти. Вот еще ждут. Вот, выложила на тарелочку небольшую. Ну, на разрез надо посмотреть. Вот такие, видите, фарш проготовленный. Сочненький фарш. Остается попробовать. Как вкусно. Нет слов. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы приготовите такие котлетки. Очень вкусно. Всем понравится. Я вам говорю, и детям, и взрослым, и мужчинам, и женщинам. Очень сытно. А если сделать еще и с куриным фаршем, то вообще чуть ли не диетическое блюдо получится. Так что, если понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, нажимайте справа на колокольчик и будете получать уведомления о всех моих новых видео. И до новых встреч и всего вам самого доброго!